Друзья, всем привет! У меня сегодня устройство от Xiaomi, и я буду показывать, как на нем планировать приложение. Делается это с помощью встроенного функционала, то есть установка сторонних приложений не требуется. Обратите внимание на WhatsApp на первом рабочем столе, его мы будем клонировать. Заходим в настройки. Далее находим раздел с приложениями. Открываем. И нажимаем на строку клонирования приложений. Сразу видим список приложений, которые можем клонировать. В основном используются мессенджеры и для социальных сетей. Но можно клонировать и другие приложения, где используется несколько аккаунтов. Это, например, тот же AliExpress. Но обратите внимание, что встроенных приложений здесь нет. Кроме того, нет приложений от Google. Тот же YouTube вы клонировать в данном случае не сможете. Но обычно в этом нет необходимости. Чтобы клонировать приложение, просто нажмите на переключатель, который находится напротив этого приложения. Нажимаю. Клон был создан и помещен на рабочий стол. Давайте также клонируем Facebook. Проверяем. Обычно новые иконки располагаются на последнем рабочем столе. Открываем. И здесь видим клоны приложений WhatsApp и Facebook. Как видите, они имеют своеобразный желтый уголок. Так обозначаются приложения-клоны. Чтобы удалить клон приложения, зайдите в тот же самый раздел и нажмите на переключатель. Удаление клонов завершено. Все данные были удалены. Проверяем. Клоны приложений исчезли с рабочего стола. Если вам помогло это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии.